Мы стоим на пороге новой эры спорта. И у нас есть возможность открыть спортсмена нового типа. Пардон, ребята, мой косяк. Сколько себя помню... Чемпион! Я всегда мечтал... участвовать в Олимпиаде. Эдди, ты не спортсмен! Ты прав. Я не попаду на Олимпиаду. Я попаду на зимнюю Олимпиаду. И думать забудь об Олимпиаде. Поехали. Мне нужен тренер. Ты же понимаешь, начинать прыгать надо лет с 6. Да вы-то откуда знаете? Бронсон Пири. Чемпион 68-го. Почему я о нем не слышу? Его выгнали из команды. Он неуважительно относился к спорту. Ой. Мне нужно-то пара советов. Даю бесплатный, завязывай. Вы не могли бы меня подтолкнуть? Подтолкнуть? Тут гораздо выше, чем я думал. Не сгибай ноги! Надеюсь, ты не сдашься? Я готов прыгать. Меня выгоняли из всех команд, даже не давая шанса проявить себя. Мне очень нужен этот шанс. Миру нет до тебя дела. Это не новость. Я знаю, что значит быть вычеркнутым. Я дам тебе шанс. Но придется попотеть. У нас нет желания иметь дело с нелепыми клоунами. Кажется, я немного описался. И неудачниками. Вы позорите наш спорт. Серьезно? Твой личный рекорд! И мы их позор! Я люблю доказывать, что люди ошибаются. Я должен это сделать. Ты сильнее духом, чем любой из них. Вот он, британец Эдди Эдвардс. Ты Эдди Орел. Так лети же! И он стартует! Сможет ли он совершить невозможное?